У бакинцев не было ни единого шанса, ни одной даже полуатаки. А у «Спартака» счет открывает новобранец. Для Валерия Величко это первый гол, забитый в серьезных матчах за новый клуб. Честно сказать, надеялся, что забью, но всякое бывает. Это игра есть игра. Получилось так, что забил. Оленичев удачно отбирает мяч у Олега Берова. Находит Кеченова. Угол слишком острый. Штанга. «Спартак» удваивает счет. Это делает Цимбала. А после перерыва Мухамадиев делает счет 3-0. Спартаковцы тонко делают передачи в разрез. Азербайджанские защитники оставляют большие зазоры в обороне. 4-0. Кеченов. Не обходится и без таких накладок. Пустым воротам Мухамадиев предпочитает штангу. Но Муксин исправляется. Подкрадываясь к воротам, он делает вид, что собирается бить. Цимбаларь понимает его хитрость. И точно бьет слева. 5-0.